Здравствуйте, в эфире программа «Новый день», и этот день мы встречаем вместе с вами, Роман Дубровин и Александра Гайнутдинова. Вас ждет сегодня очень много интересных новостей, давайте приступим прямо сейчас. Итак, начнем с первой новости. Приангария находится в лидерах по восстановлению лесов. В 2021 году на землях лесного фонда Иркутской области высажено более 30 миллионов саженцев, в том числе закрытой корневой системой. По данным Федерального агентства лесного хозяйства, в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» ежегодное лесовосстановление в регионе составляет примерно 10% от всех площадей в России. Здесь активно развиваются лесопитомники. Только за последний год в Иркутской области были введены в эксплуатацию 7 новых тепличных комплексов для выращивания саженцев. И мы продолжаем. Лучший район России находится на Байкале. Итоги всероссийского конкурса туристических брендов «Дива России. Золотой бренд» подвели в Нижнем Новгороде. Судянский район с проектом «Южное Прибайкалье» стал победителем в номинации «Районы России». Кроме того, еще два видеоролика о Священном озере стали призерами. Один из них о праздновании Нового года «Ледяная сказка Байкала». Второй тоже с участием Деда Мороза «Доступный туризм». Всего на конкурс в этом году поступило 1200 видеороликов, около 300 фильмов, телерепортажей и видеоблогов, а также около 100 фоторепортажей. Слушай, мне кажется, очень крутая новость, учитывая, что Байкал вот рядышком возле нас. И оно находится в списке лучших мест России. Я всегда, Рома, об этом знала. Это самое прекрасное место на Земле. Мне почему-то кажется, что в будущем найдутся какие-то крупные инвесторы, которые вложатся в Листвянку, в Ольхон. И у нас будет тут свой курорт, не хуже, чем Куршевель. Согласны со мной? Думаю, да. Фотовыставка, посвященная Байкалу, открылась в московском аэропорту Шереметьево. В экспозиции представлены 20 работ 7 авторов. Это известные начинающие фотографы Иркутской области, а также Москвы. Особенность выставки – это масштабы снимков. Каждый из них может стать фотозоной, создавая эффект присутствия на берегу Байкала. Эта экспозиция станет завершающим мероприятием «Года Байкала», который был объявлен в Иркутской области. Задача – привлечь внимание к проблемам экологии и защиты уникальной природы, а также развить внутренний туризм. В 2022 году Иркутская область отметит 85-летний юбилей, и туристы смогут посетить множество интересных мероприятий в рамках празднования юбилея. Здорово. В общем, это еще одна новость, которая подтверждает тот факт, что скоро у нас будет очень много туристов, и Иркутская область в лице Байкала, конечно же, зацветет. Новогодние игрушки на прищепках, зимняя одежда малышей 50-х лет прошлого столетия, открытки с кадрами мультфильмов советского времени. Новая экспозиция «Музея часов» представляет собой авторскую коллекцию пожилой ангарчанки Галины Алексеевны Бурановой. Она, давний друг музея, бережно сохранила игрушки своего детства, новогодний атрибут и елочки. Сегодня эта выставка, словно машина времени, возвращает посетителей в безвозвратные годы детства советской эпохи. Мы в этом году сделали серию выставок, посвященных Советскому Союзу, быту советского человека. И вот эта серия заканчивается как раз новогодней выставкой в СССР. И люди очень тепло реагируют на эту тематику. Очень многие приходят с семьями, люди начинают вспоминать о своем детстве, рассказывают детям, внукам, какие традиции были в семье, как праздновали Новый год, какие костюмы, какую одежду шили. На выставке представлены около 300 экспонатов. Каждый из них – бесценный раритет и достояние времени. Окунуться в советское прошлое ангарчане и гости города смогут в музее часов до 20 января. Зимнее настроение царит и в художественном центре. Здесь открылась выставка новогодних сувениров, среди которых главный символ грядущего года. Работы, у нас здесь их около 300, создали 43 мастера в 25 техниках. И радует то, что вот с каждым годом к нам прибавляются все новые и новые мастера. Мастера, кстати, и по возрасту помоложе, и со своими какими-то определенными взглядами. Экспозиция «Зимнее настроение» в художественном центре будет работать все новогодние праздники. Всем, кто хочет удивить родных подарком ручной работы, стоит сюда заглянуть. Более того, создатели готовы поделиться техникой, чтобы любой желающий мог сделать сувенир своими руками. А через мгновение мы будем встречать в студии гостя и поговорим о дополнительном образовании детей,
о необходимости подготовки к первому классу и о современных методах, которые применяют педагоги. А у нас в гостях руководитель Центра дополнительного образования Академия гениев Евгения Сергеевна Грачева. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. А сколько времени центр работает в Ангарске? Мы открылись буквально в октябре. А на детей какого возраста он рассчитан? Наш центр предполагает образовательные программы детей от 2 лет, и заканчиваем мы уже подготовкой к ЕГЭ. Евгения, мы знаем о том, что в вашей школе работает несколько кафедр. Расскажите подробнее. Вот если начинать от дошкольного возраста, это кафедра «Вектор роста», «Раннее развитие детей от 2 лет». Работает с такими детками у нас педагог дошкольного образования, имеет опыт, и по сей день она работает в детском саду города Ангарска. Также действует кафедра раннего чтения и подготовки детей к школе. Следующая кафедра у нас профрепетиторов, то есть мы помогаем детям осваивать образовательную программу начальной школы, среднего звена и старшего школьного возраста. Вы сказали, что у вас есть кафедра подготовки к школе. Когда нужно начинать? Наверное, сейчас уже, потому что несколько месяцев остается до первого класса. И что она в себя включает? Безусловно, мы начали уже сразу с открытия проводить занятия, но планируем запускать еще одну группу по подготовке к школе после новогодних праздников. Если сейчас у нас занятия проходят 2 раза в неделю, то следующую группу мы планируем, чтобы курс пройти полноценно 3 раза в неделю. Евгения, расскажите, чему должен научиться ребенок перед тем, как поступать в первый класс? На самом деле сейчас школа предъявляет к детям очень большие требования. Ребенок уже должен уметь и читать, делать звуковой анализ слов, должен и считать в пределах 10. Естественно, всему это устанавливаются определенные временные рамки. Собственно говоря, всему этому мы обучаем детей. Наша кафедра подготовки детей к школе подразумевает обучение детей по 3 блокам. Это обучение грамоте, это обучение математике и обучение окружающему миру. Кроме этого, у нас в центре есть логопед, который помогает детям с дефектом речи, да, поставить звуки, поставить речь. Кстати, сейчас это очень актуально, к нам приходят и в 2, и в 3 года. Детям, которые собираются идти в школу, очень важно поставить все звуки, чтобы в школе при письме они не допускали ошибок. Также наш центр предлагает кафедру ментальной арифметики. Ментальная арифметика на сегодняшний день очень актуальна. Многие ученые даже уже высказываются о том, что пора бы включить ментальную арифметику в общеобразовательную систему. На сегодняшний день мы пока этого не видим. Вот, поэтому наш центр предлагает такую услугу детям уже 4 лет. Максимальное количество учеников в группе? Какое? Максимальное количество обучающихся в наших группах 6 человек. То есть, вот. То есть это практически индивидуальный подход? Да, безусловно. То есть маленькие, я бы даже сказала, это не группа, а подгруппы позволяют действительно уделять больше внимания каждому ребенку на занятии. А сколько длятся уроки? 60 минут. Но при этом наши дети на занятиях не устают, не успевают это делать. Мы успеваем и посчитать, и пописать, и изучить окружающий мир, и все это в игровой форме. Нам в этом помогает наш интерактивный стол. У нас есть большой стеллаж с большим количеством игрушек. Естественно, все эти игрушки, они развивающие, то есть мы все это включаем в образовательный процесс. Мы и посидели, мы и попрыгали, мы и посидели за столом, поиграли, то есть все у нас очень весело, и все детки очень счастливые выходят с наших занятий. И это все за один урок? Да, и это все за одно занятие. Но это если говорить о подготовке к школе, на чтении, то есть мы, естественно, учим буквы, учимся их печатать. Расскажите, пожалуйста, Евгения, где же вас найти? Находимся мы в 80-м квартале, дом 4. Работаем мы с 10 часов утра до 8 часов вечера. Всех желающих прийти к нам, мы ждем в указанные часы. Будем рады всех видеть.
Евгения, спасибо, что пришли сегодня к нам в гости. Это был очень полезный эфир. Теперь я думаю, что многие родители будут счастливы, отдав ребенка вам. Спасибо, спасибо вам. А теперь подборка интересной информации со всего мира. Огромный сапфир презентовали на Шри-Ланке. Его нашли 3 месяца назад, но представили публике только сейчас. Сапфир весит 310 килограммов. Королева Азии – так назвали этот гигантский минерал. Национальное управление по драгоценным камням страны называет его самым крупным в мире. Внушительная находка, я бы сказал. Согласна, Ром. Конечно, самый большой, представляешь, 310 килограммов. А посмотреть вживую. Это вот как мы с тобой и еще 2 человека, мне кажется. Просто. Ну, слушай, я удивляюсь этому миру, потому что, несмотря на то, что 21 век, люди еще что-то находят, и Земля нас удивляет. А я продолжу тему прекрасного. Саш, ты слышала, кто в этом году стала мисс Вселенной? Нет, Ром, расскажи. С удовольствием. Это участница из Индии, Харнас Сандху. Последний раз Индия получила корону мисс Вселенной 21 год назад. Этот факт добавил особой радости победительнице, 21-летняя Сандху, начинающая актриса, а также модель. Говорит на нескольких языках, включая английский. Вместе с индианкой в тройку финалистов вошли конкурсантки из ЮАР и Парагвая. Конкурс красоты прошел на курорте Эйлат в Израиле. Участвовали девушки из 77 стран. Россию представляла Ралина Арабова из Татарстана. Она заняла 22 место. Мисс Вселенная – один из самых престижных конкурсов красоты. В этом году он прошел в 70-й раз. Обычно в конкурсе участвуют девушки из 80 стран. В этот раз их было меньше из-за пандемии. Саша. Все же немало. Да, немало. А у тебя была ли такая мысль поучаствовать в подобных конкурсах? Нет, Рома, никогда. Странно, ведь у тебя же есть все данные для этого. Надо подумать. Подумай, может быть, через какие-то 5 лет мы увидим тебя на экранах всех ТВ мира, где ты будешь блистать в короне мисс Вселенной. Из-за пандемии многим приходится корректировать планы и искать новые пути развития. Например, на родине Санта-Клауса в финской Лапландии туристов катастрофически не хватает из-за пандемии. Их стало меньше на 80%. Некоторые предприятия в этом сезоне вообще решили не открываться, включая тематический парк Санта. Теперь многие страны мира придумывают что угодно, лишь бы привлечь путешественников. А вот аквариум в Берлине. Тут среди скатов и акул плавает Санта-дайвер. Он развлекает посетителей, а обитатели внутри угощают любимой едой. А вот в Хорватии рождественский сезон в полном разгаре. После того, как масштабы рождественских ярмарок сократили на 2/3, власти решили добавить больше огней. Теперь там все мерцает. А вот в Ватикане открылась ежегодная выставка вертепов. Их здесь более 120. Сделаны из разных материалов и разных стилях. Один соорудили в старом автобусе, другой сделан из часов. Вертепы приехали из Италии и 15 других стран, включая Германию, Перу, Индонезию и США. Здесь же на площади Святого Петра появилась 8-тонная ель высотой 28 метров. Для украшения волонтеры создали более 600 игрушек, 550 из переработанного пластика и около 100 из дерева. Вот это масштабы. А это один из крупнейших центров вакцинации в столице Румынии. Здесь появилась елка из пустых баночек из-под вакцин. В общей сложности их 19 тысяч. Собирали несколько месяцев. А в итальянском городе Губио по традиции сделали самое большое в мире рождественское дерево из огней. В длину оно 750 метров, в ширину 450. На него ушло 8,5 километров проводов. Римскую ель осветили 1000 разноцветных огней. Если точнее, то огней 300 тысяч. А еще ее украсило около 800 шаров. И на этом наша подборка новостей подходит к концу, как и сама программа. Мы желаем вам хорошего дня, отличного настроения. Увидимся с вами. Пока. Пока. Гороскоп на 23 декабря. Овен. В этот день вы сможете найти выход из любого затруднительного положения. Возможно, вам неожиданно протянет руку помощи ваш друг, шеф или единомышленник. Телец. Материальные, организационные проблемы, сложности в планировании и выполнении рутинных задач останутся позади.
Близнецы, вас ждет испытание на стойкость, выдержку, хладнокровие и профессионализм. Вам не обойтись без умения вести диалог. Рак. В течение дня не исключена вынужденная поездка по конфиденциальному вопросу, а также неприятный разговор приватного содержания. Лев. Используйте этот день для поиска информации, нужной для работы. Уделите внимание своим увлечениям, внешности и гардеробу. Дева. Возможно возвращение прежних трудностей в любовных отношениях, в контактах с ребенком. Может возрасти ответственность за тех, кого любите. Весы. Допущенные вами или вашими близкими ошибки, прежде всего в планировании, организации чего-либо, могут стать серьезным препятствием на пути к цели. Скорпион. Можно получить юридическую, профессиональную или иную консультацию, в том числе по финансовым темам, по вопросам семьи и брака. Стрелец. В этот день вам понадобится организованность, практичность, способность к конструктивному диалогу, умение соблюдать дистанцию. Козерог. Строгая дисциплина, воздержанность, трудолюбие в этот день начнут приносить ощутимые результаты. Можно немного расслабиться, уменьшить нагрузки. Водолей. Общение с дорогими вам людьми может стать более прохладным. Скорее всего, это произойдет по определенной причине, которая вам хорошо и давно известна. Рыбы. Ваш собеседник или партнер в этот день будет настроен более мирно и доброжелательно, так что можете воспользоваться этим, чтобы наладить понимание.